Aston Martin Rapid S. Фактически, это рестайлинговая версия обычного Aston Martin Rapid, четырехдверного купе, представленного несколько лет назад. В чем же отличие? Внешне, как бы это ни было странно, поменялась передняя часть с целью защиты пешеходов. Да-да, в Европе все больше заботится о безопасности двуногих, поэтому немного изменили бампер, решетку радиатора. Но фактически Aston Martin Rapid S стал совсем не менее элегантным, чем его предшественник. По технической части машина, как следует из литеры S, стала мощнее. Под капотом все тот же атмосферный V12, объем 6 литров, ведущий свою родословную от двух шестицилиндровых моторов Ford. Однако на сей раз с него сняли аж 558 лошадиных сил. Это немало, даже учитывая вес автомобиля. Максимальная скорость составляет 305 км в час. Мало кто из четырех дверок готов поспорить с Aston Martin по этому показателю. В салоне немного изменилась отделка, которая по традиции стала еще более качественной. Впрочем, ничего принципиально нового поклонников марки ждать не стоит.